как видите, у нас иней сегодня в городе. Сегодня 1 февраля. Я вам объясню, почему здесь снег. Для вещевого рынка. Дело в том, что его не убирают, а он здесь таки остается. И пока он не растает, ну, естественно, ему больше деваться некуда. Такие вот у нас в городе правила.